Добро пожаловать в Штаты 47-й. Это задание будет прямолинейным. Вам необходимо проникнуть в заброшенный парк развлечений, найти и убрать его владельца. Ваша цель – Джозеф Клэренс по кличке Король Свинга. Несчастный случай, произошедший в парке несколько лет назад, вынудил его закрыть это место. Наш клиент попросил, чтобы фотография, которая сейчас находится у вас, стала последним, что увидит цель. Мистер Клэренс ведет бизнес с наркодельцами, так что в парке наверняка еще есть развлечения. Приятного отдыха, 47-й. Чего уставился, беложопый? Я к Джозефу Клэренсу. Не слыхал о таком. Король Свинга. А, к этому тупому недоноску. Как тебя звать-то? Имя для друзей, поэтому у меня его нет. Я делаю ноги. Что за черт? Стой! Проверка! Все в норме! Черт! Кто бы починил это? Я могу достать деньги, родная. Они все равно и так, считай, мои. Мистер Спук все уладит. Мы откроем парк, и все будет как прежде. Нет-нет, еще всего пару дней. Поверь мне. Солнышко, не говори так. Мистер Спук вернет деньги. Он человек надежный. Я не буду это подписывать. Я не буду. Дай мне всего лишь один шанс. Я клянусь. Зайка? Милая? Алло? Черт! Кто бы починил это дерьмо? Бедный засранец. Психонеклемет коптиля. Я ему все посараю. Thank you.
это сделал? Я не хочу умирать, не надо! Это, знаешь, уже много времени прошло, Скуп. И я хотел бы узнать, как там у нас движется дело с деньгами. Да ну? Да, дело-то какое. Если помнишь, мы договорились на короткое время о том, что ты заплатишь наличкой. И это... Я знаю, как сильно тебя сейчас, наверное, давят. Но мы уже договорились. Я думал, что ты, может, просто отдашь ту сумму, на которой мы условились. Хотя ты сидишь тут... Блин, вдвое дольше, чем мы договорились. Но ты можешь заплатить изначальную сумму и съехать. Не прямо сейчас, конечно, просто, чтоб ты знал. Я был бы рад этому. Нет. Отлично выглядишь, сучка. Что у тебя там под одеждой? Почти ничего. О да, такой красивый шлейх, как ты, не нужна понтовая упаковка. Угадал? Смотря кто будет меня разворачивать. Слушай, девочка, я распакую твою упругую попку быстрее, чем ты скажешь, что за красавчик развязал мои ленточки. Уверена, что ты мог. Это дядя Джо. Лучше уходи на свое место. А ты еще кто такой? Как ты сюда попал? Кэролайн! Мой клиент нанял меня показать вам эту фотографию. Я вас не понимаю. Мой клиент желает, чтобы это была последняя вещь, которую вы увидите. Мистер Кларенс, прошу вас, взгляните на фотографию. Нет, пожалуйста. Разве я мало страдал? По-вашему, я не знаю, сколько страданий я причинил. Я не могу спать. Я не спал уже... Скуп, у нас какой-то козел проскользнул под носом у Джейзи. Ты же знаешь, что я таких гостей не люблю. Скуп, я сначала думал пришить его, но потом вспомнил, как ты говорил, что нельзя дергаться. Но я так и сделал, и этот беложопый ушел. Ясно. Значит, ты считаешь, что проблема в моем приказе?
Не, Скуп, я такое не говорил. Хотел бы я преподать тебе урок по личной ответственности, Джей, но поскольку тут где-то бродит чужак, у меня мало времени. Боюсь, придется научить тебя ответственности.